страшной ведьмой, снятые на камеру. Ведьма – это женщина, практикующая магию, колдовство. Также они, несомненно, имеют связь с потусторонними сущностями. Я подобрал для вас несколько видео, где якобы засняты эти самые ведьмы. А правда или нет, это вы поймете при просмотре видео. Смотрим выпуск до конца. Группа молодых людей приехала в лес, чтобы отдохнуть, прогуляться. Когда они спустились вниз по водному каналу, заметили девушку у воды, которая вела себя странно. Llegamos al caño que hay acá y nos encontramos con esta mujer. Vámonos de acá. Pero yo digo que está algo. No, padre, ¿cómo va a ser? Pero tú, hágase. Hágase. No. Pero sí. После крика этой девушки все в ужасе рванули отсюда. Но что странно, когда они убегали, камера засняла ту же девушку, которая непонятным образом оказалась у тропы. Следующее видео снято исследователями паранормальных явлений из Мексики, бесстрашный Омар Крю. Фрагмент из выпуска, где они исследуют одно заброшенное здание. По легенде, в этом месте происходят жуткие и необъяснимые вещи. И виной всему этому некая ведьма. Посмотрим, что же им удалось тут заснять. А су пинче мадре! А су! Но será lo que te atacó la vez pasada? No sé, estoy muy. La verdad, tengo la adrenalina. Como no te estoy esperando el momento que salga lo que salió la vez pasada y la verneta está horrible eso, ¿eh? No me acuerdo de los gritos. Yo no puedo. No puedo aguantar algo así ahorita. Estoy débil. Sí. Estoy débil, de verdad estoy débil. No, ya estuvo. Ya estuvo. Sí, es una bruja. Ok. Россия. Блогеры приехали в какое-то село, где якобы стоит ведьмин дом. Захудалый домик, где она живет и проводит свои пугающие ритуалы. Смотрим. Вон там калитка опять. В общем, вот, ребята, смотрите. Калитка эта опять открыта. Вот этот дом. Выглядит, блин, вообще стрёмно. Да? Так, ребята, взяли две с собой камеры. Одну, думаю, поставим где-то на входе здесь. А вторую в зале, где она проводила обряд. Вот, камера уже пишет. Поэтому... Ну шо? Нету. Нету. Блядь, давай, может, она опять на втором. По-быстрому здесь поставим. Ребята, смотрите. Смотри, тут, наверное, ритуал опять будет какой-то. Тихо, слышал. Смотрите на это. Что это вообще такое? Охренеть. Да, чувак, здесь будет ритуал, походу.
Да, видео, так сказать, реальный фейк. Но парни сняли неплохой контент. Только вот с антагонистом и пугающие моменты появления ведьмы нужно было проработать хорошо. Также меня заинтересовала эта жуткая картина. Жуткий демон с крыльями и когтями. Я так и не смог распознать, что это за мифическое существо. Если кто знает, отпишите в комментариях. Также хочу сказать, что хоть и видео постановочное, но в реальной жизни такое есть. И многие наверняка видели, как оккультисты и колдуны поклоняются разным статуям и дьяволам. Мексика. Группа по исследованию паранормальщины приехала ночью на кладбище, где обитает бруха, то есть ведьма. Людям страшно, но все же один из них пытается поговорить с ней. Ведьма сводит их с ума, наводит ужас своим жутким смехом и угрозами. Возможно, видео фейк, я этого не знаю, может и так, а может и нет. Но вы представьте, что вы один ночью на кладбище и слышите такое. Я бы испугался, а вы? На кладбище ночью и без крика страшно. Ларгате ту, que tú vives aquí? ¿Acaso estás viva o estás muerta? Si vives aquí, ¿estás muerta o estás viva? Estoy viva, igual que tú. No mames, güey. ¿Por qué no te presentas y solamente te escondes entre las sombras? ¿Quiénes son ustedes? Tú debes de saberlo, quién soy yo. Escucha mi voz. Soy Enrique Martín Verdón, la máxima expresión en brujería en Catemaco. ¿Sí me entiendes? ¡Tú estás muerto! La muerta serás tú. Te largarás de estos lugares que no te pertenecen. Tu risa. Tu objeto de sacrificio. ¡Poder! ¡Claro que sí! Aparte de que ya lo tenía, me llevo el poder que era tuyo. ¡Lárguense! ¡Todos ustedes están malditos! Serán tus últimas risas y tus últimas burlas, porque jamás volverás a pisar estos lugares viva. Aunque hagas como víbora o como animal, no encontrarás nada absolutamente. ¡Te largarás! ¡Ay, cabrón, no mames, güey, puto pájaro, güey! Ведьмы существуют, и в этом можете не сомневаться. На этих старинных фотоснимках изображены настоящие финские ведьмы, колдуньи и целительницы. Но проблема в том, что ведьмы, так же как и экстрасенсы, пользуются услугами потусторонних темных сущностей. Да, среди них есть те, кто лечит людей, но плата за эти вещи высока. Практически любая ведьма, колдунья или целительница, в зависимости от ее уровня обучения и практики, также уровня сущности, с которой она взаимодействует и ведет свои дела, может навести порчу, сглаз, привести зло в дом или в жизнь жертвы. Все зависит от этих сущностей, чем сильнее темный дух, тем практичнее и успешнее дела. Но есть правила, которые должны выполнить ведьма или колдун. И самое главное — это отречение от Всевышнего и поклонение Иблису, то есть сатане. Также существует защита от влияния этих сущностей, которые вредят людям. Спасибо за просмотр, с вами был Готика, до новых выпусков, всем пока!